Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Ну что, все, малой спит, малого я уложил, все нормально. Так, сколько там время? О, уже с минуты на минуту приедут пацанчики, посидят с моим малым, пока я поеду по делам. Пока я поеду на работу. Блин, срочно вызвали, капец. Какое-то происшествие случилось. Я отвечаю за технику безопасности, а там, походу, накосячил. Пол производства сгорело, придется сейчас ехать, срочно оправдываться и все такое, блин. Так, надеюсь, малой не проснется, ну а даже если проснется, пацанчики, я думаю, посидят, все нормально будет. Я им оставил покушать, если че, блин, компьютер у меня есть. Ну, по идее, должны уже приехать, с минуты на минуту, блин, пойду встречать. А, о, едут фраера, блин, вот они, рулят, здорово! Димон, ты когда в себе подъездную дорогу сделаешь? Ехать невозможно вообще, не едет машина. А моя ласточка залетает, пацаны, вообще, на первой передаче, как говорится, вообще. Здорово. Ну что, здорово, братуха, привет, Богдан. Здорово, здорово. Че, как оно, мужики? Да нормально, с кайфом доехали. А, ну молодцы, че как не родные, заходите, заходите, блин, давайте. Ну давай, показывай, где там твоя дитятка отдыхает. Короче так, ребенок у меня на втором этаже, парни, сейчас я вам сразу быстро расскажу. Захотите покушать, все, что в холодильнике найдете, можете хавать. Я еще вот курочку сделал, Бобян, приятного аппетита. Да все уже, молодец. Тут можете пацки почилить, если устанете. Вот, на третьем этаже у меня компьютер. Там игры, диски, можете поиграть. Да. А что, пока мелкий спит, делать нечего. Вот, смотрите, где малой, сейчас покажу. А ну-ка. Короче, если он, парни, проснется, а такое возможно, сделаете ему бутылочку смеси, вот, видите, две бутылочки. Размешаешь, Андрюха, в одной молоко, в другой воду, и потом две в рот ему вставишь, и пусть пьет. Ага, ага, нормальная комбинация получается. Ну, сами разберетесь, если что, парни, блин, по телефону позвоните, по фейстайму, по ватсапу, там, по камере, я вам подскажу, если вопросы какие-то будут. Ладно, не ссы, братан, все будет чики-пуки, ё-моё. Шо, Бобяна, это моя терраса, кстати, да, как тебе? Да, нифига, у тебя, конечно, вилла, блин, суперская. Четко, да? Ага. Ну все, мужики, давайте, я поехал, блин, я ж горел, там завод сгорел, блин, по моей вине. Я сейчас поеду, скажу, а я не знаю, почему. Сейчас все по нашей стратегии, ё-моё, красава. Ну конечно, ладно, парни, все, давайте, ни пуха, ни пера. Давай, братанчик, удачи на дороге, все нормально будет, к черту. Да-да, все, пока, давай. Давай, пока. Все, давайте, парни, на связи. Фух, как хорошо, что у меня есть такие хорошие верные друзья, которые с ребенком посидят и помогут, и все такое. Ладно, блин, так, работа не ждет, все, поехал. Фух, сейчас буду решать вопросики. Ну что вы, безяк, давай взламывай его, короче, а? Давай, сейчас мы ему всю криптовалюту биткоина заберем. Мы станем богатыми. Ну-ка, сколько там у него видно, не видно? Нифига, тут у него 1,337,228 биткоинов. Ничего себе, так это же почти миллион долларов, ё-моё, братан, мы с такими миллионерами будем, офигеть. Давай, создавай кошелек, перечисляй себе, короче. У тебя там командная строка открыта. Давай к тебе на кошелек, слушай. В смысле, о чем мне-то? Ну я уже одного ломанул, потому что. Ну ладно, давай мне, короче, оформляй, я пойду перекушу, окей, Бобян? Ну давай, приятненького, мне там тоже что-нибудь захвати. А ты уже курицу съел, кабан, куда тебе дальше-то, ё-моё? Давай, я погнал, ё-моё. Ну давай, блин. Давай, братан, удачи тебе. Так. Что там у него покушать, где было? Он говорил, в холодильнике посмотреть. Ну-ка, сейчас заценим, что у него в холодильнике. Богатый, блин, Диман у нас. Не понял. О, ребенок плачет, ё-моё. Ну-ка, сейчас оформим. Что он там хочет? О, проснулся! Вова, братанчик, ну что ты тут плачешь, а? Давай слезай. Что ты хочешь? Покушать хочешь, нет? А может быть, ты писать хочешь? Или какать? О, ну все, давай, братанчик, давай за мной, сейчас тебя в туалет свожу, ё-моё. Давай, давай, не отставай. Опа. Давай, если что, позовешь, Вовочка, давай. Опа, ну все, а я, короче, пойду перекушу. Так, что там у него в холодильнике было? Так. О, шавуха Бобян, походу, достал. Ой, какой балдеж, капец. Че он, Бобян, достал эту шавуху? Походу, это проголодался опять. У него все не лезет, не лезет, не лезет, ё-моё. Сколько можно есть? Рассказывал, как две Биг Тейсти съел за раз. Вот это жесть, вот этот поворот.
Так, ну шо, Вовочка, ты там готов или как? Вова! Так, что-то с ним не то, наверное, ну-ка. А! Это что такое? А где Вова? Ну все, отмазался, все, скинули на главного пожарника, блин, мне теперь ничего не будет, еще премию дадут. Вот это я, конечно, работяга. Ну все, надеюсь, пацанчики, блин, с моим сыночком ничего не сделали. Надеюсь, все хорошо. Я, в принципе, и быстро был, не очень-то и долго. Ну, вроде как тишина, все нормально, не звонили, должно быть все замечательно и хорошо. Парни! Блин, наверное, в компьютер играют, как обычно. О! Сынуля спит вообще, блин, как будто бы и не просыпался, пупсик мой сладенький. М-м-м-м, все хорошо, блин. Молодец, сынок. Вовасик спит. Вовасик был зачат под пивасик. Вовасик, мой любимый, как пивасик. Все, ладненько, спит малой. Парни! Ну что они там играют? Так, ну осталось пару штришков и криптовалюта Димана. Бабян! Наша. Что ты тут делаешь? Заходи на Б, что ты тут делаешь, ё-моё, блин, дурак. Бабян, я видел, ты зашел в мой банковский криптокошелек. А? Да, я все видел, что ты тут хотел. Здорово, ты что, вернулся так рано? Криптовалюту забрать? Да ничего, блин. А где Андрюха, Бабян? А, да он что-то это самое, ушел похавать. Вот. Что-то как давно уже, часа два вот. А, нету. А где он? Я что-то его не видел. Я на первом этаже на кухне, никого нет, Бабян. Блин, странно. Ну, может, у ребенка или в туалете? А, наверное, в туалете. Андрюха! Ой. Молчит, блин. Пойдем это, Бабян. А ну. Расскажу, подожди. Как я обманул босса. Ну, это давай. Вообще было так угарно. Андрюха! Только... Андрюха, сейчас расскажу. О! Андрюха! Мама, я хочу умирать. Андрей, ты что, дурачок? Что с тобой происходит? Ой, парни, это вы, капец, я что-то поплохело, я в туалет зашел и испугался. Чего испугался? Да там, сейчас, помогите мне встать, я расскажу сейчас. Сейчас, давайте. Бабян, давай поможем ему встать. Давай. Андрей, ты весь бледный, блин, побелел, что случилось? Ладно, вставай, давай. О, Андрюха, давай, что-то ты раскис, блин, что случилось, да рассказывай. Капец, парни, еще живот что-то болит жестко. Да я зашел в туалет, короче. Ну? А до этого я туда Вовасика сопроводил, он проснулся, плакал. Ну? Сказал, в туалет хочет. Я такой думаю, что он там долго поел, уже вернулся, не выходит. Я такой, типа, захожу, а там какая-то страшилка, я не вру, парни, там какой-то ребенок, как будто Вовасик, превратился в проклятого ребенка, у него там... Два ножа было в руках, я, короче, это, штаны наделал от страха. Бабян, что он несет? А ну, Андрюх, дыхни, погоди-ка. Дыхни. Ты это, ты что, шаву съел мою? Ну да, там шаверма лежала, вкусная такая была. Бабян, слышишь? Андрюха, эта шава лежала у меня 3 месяца уже, блин. Да. Какого черта она там у тебя 3 месяца делает? Да я что-то тоже ее достал, понюхал, она не первая свежесть, я ее обратно положил. Да, Андрюха, походу, ее схавал, блин. Я думаю, что у меня сейчас живот, блин, какие-то там пацаны с ножами мерещатся, я в шоке просто. Андрюха, это были глюки, наверное, от шавы, блин, тебе стало плохо и все. Я не думаю, что какой-то, блин, монстр, проклятый ребенок. Он меня в доме, да, или вот. Нет, ну, мне так это реалистично показалось. Прям вот вместо Вовасика вот проклятый ребенок, как будто превратился, жесть. Вовасик спит нормально. Ладно, парни, давайте я вам расскажу, короче, как я босса обманул. А, в общем, давай. Приезжаю я, короче, в офис. Чего? Ой. Куда приезжаешь? Андрюха! Бабян! Это он! Это оно, парни, нет? Это. Ты этого видел? Ну да, с двумя ножами, проклятый ребенок, ё-моё, парни. Если увидишь делать? Проклятого ребенка возле дома, срочно беги, давайте в тачку, блин, мужики, куда? Сваливаем. Блин, капец, давайте быстрее. Уезжаем, ё-моё. Так. А как же Вовасик? Блин, Вовасик, точно, я забыл, давай обратно, мужики, давай за Вовасиком. Зараза. Давай за Вовасиком. Я забыл про ребенка, капец, он стоит, смотрит за нами, наблюдает. Ё-моё, давай. Блин. Вовасик! Ё-моё, где он, парни? Куда он делся, блин, под Вовасик? Я не знаю. Вовасик, ты где, Вовочка? Давайте искать его, блин, где он? Я не понял, эта фигня уже что здесь, там? Мужики! Ё-моё, блин! Блин! Откуда у тебя оружие? А я всегда с собой ношу, мне по работе обязано, я же с секретными материалами работаю. Парни, вас надо тоже вооружить, поднимайтесь на 3-й этаж, у меня там пушки на балконе. Заходите. Прикрывай нас! Я своей спиной вас защищаю, давайте, быстрее, заходите. Да, помни, дай пройти! Дверь закрывайте, собирайте!
Собирайся. Ничего себе! А что ты раньше не рассказал, что у тебя тут стволы есть? Потому что это секретная информация, мужики, аккуратно! Так, тихо! Что-то там какие-то звуки. Че, идем? За Вовасиком? Надо Вову найти. Погнали. Давай. Блин, ё-моё! Он тебя бросился! Походу убили, мужики. Слава Ух богу. Ух ты, ё-моё, кис. Так, а где Бобус, Вовасик? Вова! А где Вова? Ау. А Вова где? Вова! Так, ладно. Второй этаж. Давайте искать его, мужики. Давайте во все комнаты, слышите? Вова! Так, тут его не было. Так, давай, так. Андрюха, сюда. Закрыто? Ё-моё, закрыто. Не поддается. Ё-моё. Вовасик! Ой, блин, слышите? Кто там? А здесь еще один, мы же его убили, как? Как? Их. Давай как на первый этаж, возможно? Быстрее, мужики! Здесь еще, блин! Да блин! Я не понял, тут что, миллионы, тут армия, что ли, что делать-то будем? Тут это выход! Вовы нигде нет, открывай дверь, Андрюха! Дверь не поддается, они заперли ее! У тебя еще стекла бронированные! Ладно, давайте прыгать, парни, с третьего этажа, погнали! Так мы сейчас расшибемся! Да ничего, пофиг, блин, где Вовочка мой? Ё-моё, блин! Да фиксы не давайте. Все здесь! Давай открывай быстрее, братанчик! Давай, прыгаем! Блин. Прыгаем, мужики, прыгаем быстрее! Давай, побезяк, быстрее! Там их куча! Ё-моё, быстрее! Вернул, парни. Бобян! Они его окружили, Бобби, вставай, брат! Бобян, нас съели, Андрюха, поднимай Бобиса, я взял их на себя! Блин, у него пульса нет, они мне ножом режут! У меня патроны кончились, Андрюха! А Вова? Как же Вовочка, как же Бобян? Что да делаем? Мы сейчас все сдохнем, давай. Ладно, садись. Садись. В мою, прыгай, поехали. Давай, все, разворачивайся. Они убили Бобби, и они забрали моего сына, сваливаем, Андрюха. Мы еще найдем его, надеюсь. Это ужас какой-то. Вообще, Андрюха, капец, жалко Бобиса и жалко моего сынишку, блин. Да, нормально будет, все, не переживай, найдем мы твоего сына. Вот Бобиса реально жалко. Блин, я надеюсь, они выкарабкаются, и мой сынишка, может быть, Бобби тоже, кстати, жив. А что тут за пробка, Андрюха? Ну-ка, давай едь дальше, посмотрим, что там. Не понял, слышь, тут никогда пробки не было, проход закрыт. Не слышь. Понял, ну-ка, давай вылезай, давай разбираться, что тут такое. Если что, оружие возьми. Выходи, Андрюха, слышишь? Капец, а что тут произошло? А здесь эти дети, Андрей! Их куча! Они преградили дорогу! Блин, Андрюха, сейчас стреляю! Они нас преследуют, Тимон! Андрюха, ты куда улетел? Ё-моё! Это ловушка. Ё-моё! Что это за фигня была? Они нас вырубили на шоссе! Где я? Походу, они меня куда-то оттащили. Это заброшенный город! Я в заброшенном городе, а где Андрюха? Блин, надо как-то отсюда выбираться. Так, тут все закрыто. Здесь нигде не пройти. Здесь нигде не проехать. Ё-моё, что ж мне делать-то? Как мне выбираться? Походу, надо сюда. Раз. Два, три, четыре, пять. Пять проклятых детей. Офигеть, кого-то хавают. Надеюсь, это не Андрюха. Так, вроде как меня не видят. По-тихому. Все в кровище, блин. Кровавые следы. Может, это следы Андрюхи? Помогите кто-нибудь! Так, где-то орёт, она, походу, Андрюха! Помогите! Андрюха! Убивают! Димон, помоги! Бери биту! Сейчас, ты бита! Андрюха, ты сражаешься! Сейчас помогу, братуха! Сейчас! Давай туши их! Всё, загасили, блин! Фух, ё-моё, братан, если бы не ты, то они меня сожрали бы, капец. Там куча, там еще на улице 5 штук. Ты, наверное, криками, привлек внимание. Давай, чё мы, где мы вообще делаем? Надо сваливать. Я не знаю, я ещё не помню. Давай уходить отсюда, раз там какие-то еще стоят. Ты не помнишь, как нас сюда притащили? Не помню. Тут проснулся, тут стоят эти двое типов, этих маленьких проклятых ребенка. Я сразу же хватит топор и начал их крошить, короче. Капец, Андрюха, повезло, что я был недалеко. Так, а как, блин, тут закрыто? Прохода нет, Андрюха, как идти, блин? Я не знаю, тут стекла еще не выбиваются, они как будто это сделаны из титана какого-то. Ну давай попробуем, слушай, где-то другой проход найти, я не знаю, тут куча всего, блин, наверх, назад, можно вот сюда. Давай в голубую дверь. Ну давай, погнали. Ой! Тут толчки, блин, тут этот ребенок, гаси его, Андрюха, сейчас я его... кого-то ел! По кумполу, блин, кого-то Нифига доедал. Нифига себе! Андрюха, слышишь, там в окне их куча, вон, посмотри! Капец, это что за город этих детей, ёбаных проклятых? Я не знаю, тут они какого-то охранника еще убили. Я, пожалуй, возьму патроны, пистолет. Ой, это дробовик, в смысле. Так, ну-ка. Давай сюда, Андрюха, они дверь открыли, блин, эти вылезли. Ну хорошо, дробовик есть, идите сюда, к папочке. Так, тут не пройти. Там, смотри, выбегают, суета идет, Андрюха, нифига себе, стреляй по ним. Целая армия, блин, я могу только бить топором, мне стрелять нечем, ё-моё. А, там один дробовик, блин, ё-моё, ладно, Андрюха, еще куча.
Выбегаю, давай, Дэн! Давай, проходи, 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 их слишком много! Здесь еще трупы, блин, какие-то! Так, давай, что-то здесь было еще! Пострелять. Капец, давай, поднимайся, мы не справимся иначе! Поднимайся, Андрюха, зажали! Помогай! Помогай, помогай, тут у чувака это СМГ было! Проходим, 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 Андрюха, блин, идем! Капец, тут целая армия! Это проклятые дети, если увидишь возле дома, срочно беги, сюда пойдем! Давай, давай, сюда спускайся! Давай, давай, какая-то спускайся! Шанса, что ли, лечу? Спускайся, спускайся, Андрюха, бегу, 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 бегу! О, Димон, там вертолет! Где? Смотри, вот там! Так давай на вертолет, если что, улетим, слышишь? А ты умеешь летать? Я? Нет! А ты? Ё-моё, ну я попробую, может быть, получится. Ну-ка, давай, садись. Давай, сейчас попробуем, Андрюха. Так, давай, а как давай. Тут? Блин, а где тут залазить? Так сейчас. Вот же. А, во-во, сейчас, сейчас, сейчас. Я залез. Я открываю. Так, так, погоди, Андрюха. Сейчас настрою. Я не знаю, как тут что за что отвечает, Андрюха, там блин. Там работает вообще хоть что-нибудь. Ой, у тебя тут пушка двигается. Там какие-то пулеметы. О, Андрюха, я могу их расстрелять, они бегут, а блин. Тут целая армия, Димон, помоги мне. Так, я сейчас пулеметы расстреливаю, Андрюха. Давай, 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 смотри, фигари их. Капец! Ну-ка, ну-ка, давай, их с пулемета гаси! Пошла суета, блин! Давай, 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 только Андрюха! Так еще бегу, да? Я не знаю, как сидеть, слышишь? Только как мы полетим, блин, патроны, походу, блин, это, кончаются уже по-тихому, Андрюха! А тут еще бегут! Так, добил! А где, рядом есть? Ну-ка, все, все, проверяю, ничего, никого нету! Вроде как все, так, Андрюха, нормально, датчики показывают, можно взлетать, по идее, давай! Ну-ка, давай, сейчас сяду! Садись! Так, так, это сюда, ну-ка, сейчас кнопочки понажимаю, секундочку! Ну, ну! О-о-о! Тихо, Димон, стой! Глуши, глуши, глуши! Глуши! Что такое? Тут мой Вова, Вовасик! В смысле? Вот он! Мы, походу, убили всех проклятых детей, и появился мой Вовочка! Они его отпустили! Походу, да, Андрюха! Клади его в вертолет, блин! Ага, сейчас, секундочку! Блин, давай. Капец, Вован жив! Вот жалко, что Бобби не выжил, ёбан! Жалко Бобяна, конечно, но я думаю, Бобби попал в рай! Ну, да я тоже так думаю, ну шо? Ну шо, взлетаем! Взлету готов? Да, готов! Отдать швартовые! Патроны есть! Поднять им паруса! Страха вперед! Давай, сцепление потихонечку и погнали! Ща, 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 ща! Давай, 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 пошли, 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 пошли! Так, ну надеюсь, не зря Гатасаранас проходил там летную школу. Ну все, полетели, сдрогнули, братанчик! Вперед! Вот тут ракеты есть, смотри. Мэйдэй! Ну что ж, ребятки, а вот такой вот видосик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Если увидите проклятого ребенка возле дома, срочно бегите. Ну а на этом у нас точно все. С вами были Уверфони и Бобби. Ссылочки на каналы пацков найдете в описании. Смотрите их видосики и стримы. Обязательно подписывайтесь. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите также в комментариях, что нам такого еще интересного позаписывать. Какие видосики, игры, какие истории, каких монстров. И мы, конечно, все сделаем. Ну а на этом мы с вами уже точно прощаемся. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Где чуваки?